Всем доброе утро. Мы уже открыли окошко. Наслаждаемся солнечными лучами. Вообще слов нет в голове. Солнечными теплыми лучами, наверное, хотела я сказать. Балдюшница моя, да? Умпала. Так, сегодня у нас океан. Немножко такой с дымкой. Так, ну я уже проснулась, сделала зарядку Настя Хандро свой шейный, поставила стирку и чё. И сейчас пойду доставать стирку. Хорошая погода, я хочу развесить белье, позавтракать и ехать на пляж греться. Потому что что-то я вчера разделась, ходила в майке, но видно не окончательно еще тепло у нас здесь в Лагуне, потому что вечером опять что-то у меня здесь заложила, я не могла дышать, долго не могла согреться, и только в 2:30 заснула, хотя была в кровати уже в 11 часов. Не могла дышать, все было заложено, мазью мазала, мне не помогала. Короче, да, еду на пляж греться на солнышке. Все, постирала моя стирка. Можно выключать, доставать бельишко. И теперь мои цветы стоят здесь, на балконе с закрытой дверью. Вот так. Потому что в комнате невозможно. Она их жрет, она их ест, она их вот скинула в вазу. Надо пойти закрыть окно, потому что у меня сквозняк. И, кстати, вчера убирала, и было все открыто, поэтому тоже из этого сквозняка. Вполне возможно, что мне надуло. Я не могла дышать заново. Заново была какая-то вот эта такая аллергия на холод, я даже не знаю, что это. Или как мне писали, что мой остеохондроз так, как сказать, реагирует на холод, то есть здесь что-то зажимает, и я не могу дышать. Короче, да, скорее бы уже лето, скорее бы уже все прогрелось, и посмотрим, как я себя буду, ну, чувствовать. Так, смотрите, что делает помощница моя. Это ж уже лезет в стиралку, это ж не лезет в стиралку, а лезет, чтобы за цветами залезть. Вот сюда лезет, да, Умпала? Куда мне их поставить? Я их больше домой возить не буду, все. Последние мои цветы. Потому что, конечно, я с ней мучаюсь, с этими цветами. Ставлю пока сюда. Сейчас придумаю, может, в комнату так поставлю за дверями. Да, надо поставить в комнату и закрыть дверь. Потому что она мне скинула эту вазу. Чудом не разбилась эта ваза. Я не знаю, как так она не разбилась. Может, что такое плотное здесь стекло. Сюда поставила вечером. И забыла закрыть дверь. И она пришла, ее скинула. Вот так стояла ваза здесь. И вся вода вот здесь была на полу. Я заново все это собирала. Все, так что закрываем дверь. Не забываем. Закрываем дверь. Да, красотка моя? Моя красотка. И идем развешивать белье. Все. И вот это у меня еще посуда со вчерашнего дня помыта. Надо только полотенечком обтереть. И можно завтракать. Все. А сейчас занимаемся бельем. Так, пришло время завтракать. Все дела переделала. Белье повесила. Смотрите, вчера жарила сырники. Но я их на завтрак не хочу. Буду на ужин есть. И уже сделала чаечек с лимончиком. Здесь у меня бутербродики. Полила оливковое масло, такое дорогое, что у нас есть, необычное такое, вот это, которое подороже мы покупаем, по 7 евро. Такое масло уже полила, уже вымазала руки, только дотронулась, плохо вытерла, надо вытереть салфеткой. Салфеточку оторвать. О. Так, оторвала салфетку. Значит, что у нас здесь? Хлебушек. Берем хамончик. Хамончик покупали на днях. Что-то как-то мне этот не очень понравился хамончик. Вот так красиво сейчас его сверху накладу. Еще один. Короче, у меня сегодня будет чисто испанский обед. Ой, что говорю, чисто испанский завтрак. Люблю завтракать хамоном. Люблю его пить с вином и сыром. И на завтрак тоже люблю вот так хамон. Все, и сверху кладу помидорку. Смотрите. Ой, это ли божественно, божественно, так как, наверное, две покладу, у меня много помидорки, две сделаю, так, две, чик, подвину,
И еще вот эту помидорчику. Оп. Вуаля! Какой у меня шикарный завтрак сегодня. Будет испанский завтрак с бутербродами из хамона. Все, я буду завтракать. Всем приятного аппетита! Я уже вышла на остановку, жду трамвай. На трамвае поднимаюсь с 3 остановки до автовокзала. Сажусь на автобус и еду на пляж. Но еще мне надо зайти купить бананы. Так как у нас на лагуне прохладнее, чем на побережье, я одела кофту, джинсы и в рюкзак положила полотенце, купальник, шорты и взяла с собой такой вот сомбреро. Так что еду загорать и греться на солнышке. Потому что в лагуне, конечно, день тепло, день не очень. Поеду прогреваться. Иду на пляж. Здесь, кстати, есть и пляж, и бассейн. Я все забываю про этот пляж, он был на реконструкции, сейчас уже его сделали. Купаться не буду, потому что мне кажется, что вода еще холодная. Весной вообще вода холодная. Только в мае можно купаться. А позагорать, да, позагораю. Позагораю на солнышке, погреюсь. Кстати, я с подружкой буду загорать. Встречу, поболтаем. Все, буду спускаться, чтобы не навернуться. Вот он, океан. Во всей своей красе. Я смотрю, какие-то немножко сильные волны. Какая красивая прозрачная вода. И даже довольно-таки много людей, смотрите, на пляже загорает. Красотишка. Красотишка, красота. Ну, на пляже мы будем завтра купаться. А сегодня будем в бассейне. Я не взяла шлепки, кроссовки. Чтобы не забились кроссовки песком. Пойду в бассейн сегодня, а завтра будем уже на песочке лежать. Красивый вам вид. На пляж. Помечтайте о теплее солнышке. Так. А мы идем в ту сторону, там где бассейны. Идем в бассейн. Единственное, что здесь очень сильный ветер. Здесь в Бахаме всегда очень сильный ветер. Поэтому вот так раздеваться и загорать не всегда очень комфортно. Была волна. Вот. Большая волна. Здесь раньше вообще были огромные волны. Сейчас ставлю ссылочку на это видео. Сейчас уже поменьше. Укрепили вот эту вот стену. Видите, где волна? Уже поменьше. Наверное, вода, кстати, это не горячая. Мало желающих покупаться. Наверное, ветрено. Так, а вот так выглядят бассейны. Вот так выглядят бассейны. Что здесь вообще не многолюдно. Наверное, не жарко. Не жарко. А вот моя подруженька. Моя подруженька лежит. Греется на солнышке. Все, спускаемся. Ну, все, мы прилегли на полотенчике. Загораем. Наслаждаемся видом на океан. Уже давно я не была на океане. Но я думаю, вода холодная. Такие волны шикарные. Подружка моя пошла окунуться, сейчас придет и расскажет, вот здесь плывет. Сейчас мы у нее спросим, как вода. Мне кажется, что холодная-холодная. Но она не плавает.
Я через, не знаю, недельку окунусь, пускай немножко прогреется вода. А то у нас зима была холодная в этом году. В принципе, Атлантический океан, он всегда холодный. Очень-очень прогревается летом. Вот июль, август, сентябрь, я смотрела, может быть, 23 градуса, 24. А сейчас в марте 19 градусов вода, 20 от силы. Так что водичка, конечно, ледяная. Как в речке, да? Красота какая. Волны вам немножко, как раз ветра нету. Да хоть меня будет слышно. Ой, как плавает моя русалка. Аж прям самой захотелось. Но не, не пойду. Еще так, там мне еще холодно купаться. Одела свою соломенную шляпу. Кстати, чувствуется, как этот солнце припекает. Немножко мы меняемся. Спина, животик. Пускай немножечко тело прогревается на солнышке. Единственное, что я говорю, не взяла эти шлюпки, а придется босиком идти. Смотрите, какая прозрачная водичка. Красота какая. Как раз идет волна. С таким пейзажем. Одно удовольствие купаться, конечно. И вот в этом поселке, вот в том поселке раньше жили мы. Кто со мной с самого начала знает, что этот поселок называется Пунта дель Идальго. А вот этот поселок, где мы сейчас находимся, поселок Бахамар. Бахамар. Ой. Так и хочется искупаться, но ветерочек, но ветерок такой свежий, поэтому выходить потом с воды, то еще удовольствие. Я говорю, пускай немножко прогреется водичка, да я немножко подзагорю. Приехала к себе в лагуну, а здесь так свежо, на пляже было жарко, вот кофточка пригодилась, даже защипнула на все пуговицы. И трамвай будет через 13 минут. Я за это время дойду до дома пешком. Мне 10 минут идти пешком. Так что пошла пешком. Как раз красивая дорога. Смотрите, какая красивая дорога. Пальмы. Птички поют. Прогуляюсь пешком. Только быстро. А то реально сейчас приедет трамвай, а я не дойду. Ну, по крайней мере, остановку точно прогуляюсь. Чем стоять мерзнуть, лучше прогуляться. Вот так, под красивыми пальмами. Я уже почти дошла. И переехала автобус. Сейчас приедет трамвай. То есть, получается, вот пока я бы стояла, ждала, мерзла, я прогулялась. 10 минут такой фитнес у меня был. 10-минутный фитнес. Да, свежо. А так идешь, и не так уж холодно. Еще в магазин хочу зайти. Еще хочу зайти в Екатерина купить фрукты. И домой быстренько ужин готовить. Быстренько готовить ужин. У нас уже поздно, где-то, наверное, 10 часов, 10-20. Я уже сходила в душ, видите, помыла голову и решила их не сушить, оставить в таком естественном виде, пускай сами высыхают. Дома потеплело, и видите, как они у меня крутятся. Это еще только-только начали сохнуть. И уже закручиваются. Быстренько прибежала домой, пожарила рыбу, сделала пюре, ничего не снимала, потому что была голодная, целый день не ела, только позавтракала. Сели с мужем, быстренько поужинали. Я еще поставила стирку, постирала, перемыла гору посуды. Ну, короче, как всегда, работа там работница, она такая, да. Есть, готовить, стирать да убирать. И что? Мне понравилось на пляже сегодня, было тепло, но купаться... Я все же думаю, что еще холодновато, мало кто купался, но загорать люди загорали. Я даже немножко подгорела. Плечи подгорели. И уже буду прощаться с вами, мои хорошие. Завтра не знаю, чем буду заниматься. Тоже пойду куда-нибудь греться на солнце. Что дома сидеть. А, еще, знаете, чем хочу с вами поделиться? Что я недавно, где-то вот на днях, в Инстаграм или на Ютубе, я не знаю где, я прочитала комментарии. Помните, было в 90-х годах была такая программа «Любовь с первого взгляда». Кто помнит эту программу?
это была моя любимая программа «Любовь разгляда». Я тоже несколько вечеров смотрю перед сном эту программу. На Ютубе есть выпуск этой программы. Я захожу на Ютуб и просто ввожу «Любовь разгляда» и смотрю эти выпуски. Это такой бальзам на душу, такое воспоминание из детства. Я помню, мне, наверное, лет 8 или сколько было, когда начались эти программы. Обожала смотреть эту программу. Так что, кто тоже фанат этой программы, заходите на YouTube, вводите «Любовь разгляда», и там найдете все выпуски этой программы. Все, я буду садиться монтировать влог, посмотрю еще мою программу на ночь глядя. Буду прощаться с вами, мои хорошие. Большое спасибо, что были вместе со мной, что подписаны на мой канал, что поддерживаете меня лайками и комментариями. Как всегда, по традиции, всех обнимаю и целую. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.